11.06 в Кирове начинается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Светлана Занько и Анна Лапшина вот заходят здесь с кружечкой, с водой для нашей гости. Добрый день. А гостью нашу зовут Ольга Шибека. Это специалист по связям с общественностью организации родителей детей-инвалидов «Дорогой добра». Оля, здравствуйте. Здравствуйте. И мы здесь собрались, чтобы рассказать нашим слушателям о том, что 26 августа в 15.00 региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогой добра» ждет всех в парке «Аполло». Почему ждет? Что там будет? Что там полезного для себя могут почерпнуть люди? Мы сейчас будем расспрашивать Олю с пристрастием в подробностях. И давайте сразу же с места будем об этом говорить. Итак, 26 августа будет пикник. В парке волонтерский пикник. Волонтерский пикник в парке «Аполло». По-моему, такого раньше не было. Ну, мы точно такое раньше не делали. Я не знаю, делали кто-то это еще. Да, мы на самом деле первый раз решили попробовать просто пригласить всех желающих прийти в парк и провести хорошо время, и в то же самое время послушать что-то о нашей организации и, может быть, принять решение о том, чтобы как-то поучаствовать в нашей деятельности в качестве волонтеров. То есть раньше мы собирали волонтеров у нас в центре, это такое замкнутое пространство. Здесь мы решили выйти на открытый воздух. Кто-то будет там, может быть, гулять и присоединиться к нам, или просто придет специально. Мы будем там рассказывать о том, что такое «Дорогой добра», чем мы занимаемся, какие у нас подопечные и почему так нужна помощь волонтеров? Она на самом деле нужна очень сильно. Ну, эта история с привлечением волонтеров таких масштабов, правда, наверное, первая у вас. Вы уже готовы, значит, к этому. И вот насчет своей готовности хотелось бы, чтобы вы объяснили, почему так масштабно вы сейчас призываете людей подумать о том, чем они могут быть полезными в этом добром деле? Потому что нам очень нужны волонтеры. Мы расширяем нашу деятельность. У нас появилось новое большое помещение, которое мы ремонтируем. На Розельксенбург. Да, и 1 сентября уже открываем правое крыло. То есть у нас увеличивается число подопечных, число групп, то есть занятий. Вообще мы стараемся масштабировать нашу работу, проводить больше каких-то мероприятий, больше рассказывать о себе, чтобы люди знали, чем мы занимаемся. И для всего этого нужны волонтеры, потому что ресурсов штатных сотрудников не хватает. И это нормальная практика общественных организаций, когда привлекают к работе добровольцев, которые помогают на безвозмездной основе деятельности организации. Давайте тогда поэтапно тоже сейчас расскажем. Ну, во-первых, мы просто надеемся с Аней, что наши слушатели-то все-таки в курсе, что потому что «Дорогой добра», да, не первый раз у нас в эфире. И чем занимается. Мы очень рады, что вы теперь расширяете свою деятельность, и очень важно, что вы сказали, что у самой организации «Дорогой добра» станет больше подопечных, потому что до последнего времени, а мы об этом говорили в прошлом году и даже в начале этого года, мы говорили сдержанно, что сейчас пока не расширяется штат, невозможно охватить большее количество семей, а мы делаем акцент все-таки на том вот сейчас, да, что центр «Дорогой добра» помогает не просто детям особенным, а всей семье жить достойно, жить как все, я имею в виду, без всяких сложностей, с пониманием того, что они абсолютно полноценные, простите за это слово, но тем не менее, члены общества, что они не то чтобы ни в чем не ущемлены, но им доступно практически все, что доступно детям. Вот теперь с этими реверансами, стандартным, я не знаю, как сказать, обычным, обычным, хотя каждый ребенок особенный, конечно. Что это значит? Давайте еще раз пройдемся по цифрам. Я помню, что последние какие-то назывались цифры. Чуть больше 100 семей было охвачено. 135, по-моему, да? К концу года к нам на занятия приходило около 140 ребят. То есть 140 семей занимаются у нас в центре постоянно. Еще примерно 50 семей приезжают регулярно на консультации из районов области. Около 100 семей приезжает на консультации из районов области, и у нас уже даже к концу года была очередь на занятия в центре, около 50 человек, которых мы просто не могли взять, потому что помещение не позволяло. И сейчас мы в первую очередь будем брать эти семьи, они у нас записаны в группы. Это семьи из Кирова или и из районов тоже? В основном это, конечно, кировские семьи, но
все больше семей становится, которые приезжают, именно приезжают на занятия там раз или два раза в неделю из районов, даже из Советска к нам приезжают каждую неделю на занятия семья с ребенком. Итак, у нас получается следующая ситуация. К 140 семьям, которые раньше активно были задействованы, да, в работе Центра «Дорогу и добра», присоединится еще 50, благодаря тому, что у нас есть теперь помещение, да, элементарно, где с ними, да, заниматься. И логично, что требуются люди, которые работали бы с этими семьями. Во-первых, ваши девушки, которые были в количестве, по-моему, 5 человек в декрете, они выходят, да, на работу? Да, они выходят, но у нас уже началась новая волна, так что... Декретных отпусков. Это прекрасно, мы вас поздравляем. Требуются специалисты и требуются волонтеры. Давайте сначала, прежде чем окончательно про волонтеров будем говорить, про специалистов. Их достаточно? Ну, их, конечно же, недостаточно, потому что кроме того, чтобы человек мог работать с такими детьми, нужно очень большое желание помогать детям с особенностями развития и вот развиваться самому, то есть постоянно ездить на учебы и учиться чему-то новому, чтобы мы стараемся, чтобы наши дети получали максимально возможную помощь. И, ну, то есть наша работа, она же не про заработок денег, не про то, чтобы деньги заработать. И, не за зарплату. Да, ну, нет, зарплату мы, конечно, нет, это платим. Понятно, конечно, все, да, но не только за нее. Да, но не только за нее. И, конечно, вот таких увлеченных людей найти гораздо сложнее. Но у нас появился новый хороший опыт. Мы из волонтеров как раз выращиваем специалистов, то есть к нам приходят. А то есть раньше, надо пояснить, не зря называется организация родителей детей-инвалидов. Именно родители организовались, они стали учиться, они стали специалистами, а теперь получается, что и волонтеры, которые к вам приходили, нашли себя в этой деятельности. Да, потому что к нам приходят волонтеры с профильных специальностей вузов, там, допустим, из госуниверситета, там со специальностью специальная психология. Человек учится, параллельно у нас работает как волонтер, и мы теперь его берем. А помните, мы как об этом мечтали? Да, да, это, чтобы, да, они приходили. Но это вот пока не массово, это пока такие единичные случаи. Но мне кажется, они вообще единичные, правда? Да, это на самом деле так. Мы заботимся о наших волонтерах и тоже даем им возможность учиться. Мы проводим для них тренинги. Наши специалисты их тоже обучают, чтобы они могли на равных общаться с детьми и помогать педагогам на занятиях. Вот, ну да, такой опыт есть. Ну, приходят люди со стороны просто, специалисты, но вот из волонтеров тоже получаются хорошие специалисты. То есть это теперь уже тот уровень, когда вы сами, являясь высококвалифицированными специалистами, можете обучать других людей? Ну, мы уже обучаем, да, наши специалисты читают лекции в Институте развития образования и проводят тренинги и мастер-классы для специалистов других организаций по распространению опыта. А теперь мы по гранту фонда Тимченко вообще становимся федеральной стажировочной площадкой. К нам будут приезжать из других регионов, да, из других регионов, из таких же организаций люди, которым мы будем передавать свой опыт. Какое количество специалистов сейчас работает в центре? Если я не ошибаюсь, человек 15. 15 человек, а нужно... Ну, нужно больше. Сколько примерно? Ну, примерно в полтора раза штат неплохо бы увеличить. В полтора раза надо бы увеличить штат. Оля, а я правильно понимаю, что ведь это не только вот какие-то такие специальности с психологией связанные, да, социальной работой, но у вас в связи с открытием творческих мастерских, о которых мы тоже сегодня будем говорить, да, я так понимаю, что появились вакансии, если можно, конечно, можно так сказать, мы... людей таких вот, ну, специальностей уже прикладных, да? Да, у нас и так есть специалисты, не только психологи и дефектологи работают, допустим, у нас есть специалисты по ИЗО, по музыке, по ритмике, педагоги, ну, да, по танцу. Мы надеемся, что у нас появится театральная студия. А что касается мастерских, мы очень ищем прямо сейчас там человека, который мог бы заниматься столяркой. Ага. Мужчины, если вы нас слышите, и женщины. И женщины, кстати говоря. Ну, как-то больше все-таки мужская профессия, нет? Не обязательно. Нет, не обязательно. Не будем дискриминировать. Мастер по столярным работам, который готов и способен обучать особенных детей. Да. Требуется прямо сейчас. Да, требуется, очень нужен. Прям. А совсем. У вас оборудование для него есть, что-то такое? Пока оборудование мы не покупаем, именно потому что на нем некому работать. Если появится человек, мы вместе с ним составим список оборудования, на котором он готов работать с нашими детьми, и закупим. А ресурс есть? Грантовый? Ну, найдется. Или благотворительный? Да. Так хорошо. Ну, то есть заложены деньги, заложены уже, как я на старте были проекты. Их можно выделить. Сейчас у нас... как бы там уже закуплено в мастерские, но дальше можем
развивать. Все равно будем их развивать. Печи у вас там куплены, я помню. Площадь, да. Площадь помещения нового? 500 квадратных метров. 500 квадратных метров. Хватит места. Ну, под мастерские около 200. Мастерские как раз появятся 200. В том крыле, где сейчас завершается ремонт, я так понимаю. Еще раз давайте назовем адрес центра и уйдем на короткий перерыв. Роза Люксембург, 68А. Короткий перерыв. Программа «Дневной разворот» продолжается. Анна Лапшина, Светлана Занько. Помешала я Светлане начать программу. Она хотела сама нас представить. Напоминаю, что у нас в гостях Ольга Шебека, специалист по связям с общественностью организации родителей детей инвалидов «Дорогу и добра». Ольга частый наш гость. Говорим мы про центр, да, и про творческие мастерские организации «Дорога и добра». К пикнику. К пикнику. Да? И про волонтерский пикник, который будет в эту субботу в парке Аполло. Оль, вот, ну, заговорили мы, да, о том, какие нужны волонтеры, о том, какие нужны специалисты. Все-таки, наверное, надо напомнить нашим слушателям и тем людям, которые сейчас, может быть, задумываются о том, они прийти ли к вам, да, с какими детьми им придется работать. То есть вот мы говорим «особенные дети», да, но понятно, что у ребят все равно есть какие-то вот, ну, потребности, может быть, такие, которые надо учитывать. Да, конечно. Мы работаем с детьми с очень разными особенностями, и мы стараемся не делить ребят по диагнозам. Это правильно. Это дети с рождения, во-первых, это с рождения до 18 лет, то есть, ну, тоже по возрасту мы не ограничиваем, и мы помогаем семье столько времени, сколько это ей требуется. Что касается диагнозов, разные ребята, это и дети с генетическими нарушениями, синдромом Дауна и другими генетическими аномалиями, ДЦП ребята есть, с аутизмом очень много, и просто с органическими поражениями головного мозга и просто задержкой или с отставанием в умственном или психическом развитии. То есть, ну, в основном мы работаем с ребятами, которым нужна педагогическая поддержка. То есть не медицинская помощь, mm-hmm. не лекарственная, а педагогическая и психологическая помощь. То есть в основном это ребята с интеллектуальными и поведенческими нарушениями. С целью? Работаете с целью? Значит, цель наша очень простая, чтобы эти ребята могли адаптироваться к жизни в обществе. То есть мы их развиваем настолько, насколько это позволяет их потенциал, и адаптируем, социализируем, каким-то учим таким простым бытовым навыкам. Ну, конечно, тоже мучим их читать, там, считать и писать. Это все присутствует, но больше именно на то, чтобы они могли общаться со сверстниками, чтобы они вот не выпадали из жизни. То есть цель наша такая, чтобы они, чтобы вот качество жизни, то, о чем вы говорили в самом начале, у них оставалось примерно на том же уровне, что и у их сверстников. И семье в целом мы тоже помогаем. То есть мы, это очень важно, да, чтобы качество жизни всей семьи было на уровне. Разумеется. Мы работаем и с родителями, то есть консультируем семью, проводим для семей тоже обучение, чтобы родители владели теми же методиками, с какими работают педагоги, чтобы вот все на одной волне работали, как-то в одну цель били. И у нас есть группы психологической поддержки родителей, это тоже очень важно, чтобы вот родители могли пережить какую-то свою боль и потом уже, ну, оставить ее как бы в прошлом и идти вперед. Вообще мы о себе говорим так, что мы меняем маршрут, жизненный маршрут семьи. То есть мы делаем так, чтобы вот он, ну, изменения, которые все равно возникают с рождением особого ребенка, с появлением в семье особого ребенка, они все равно существуют, они будут. Но чтобы они минимально влияли вот на то, какой семья была и какой она должна быть. Ну, то есть люди должны видеть перед собой дорогу, а не стенку, условно говоря, да, а не тупик. Да. Ну вот, примерно надо сказать, что родители детей инвалидов, объединившиеся в эту историю «Дорогу и добра», уж точно не в тупике, судя по количеству декретных отпусков, которые снова и снова, значит, у вас появляются. Так, ну все-таки давайте к волонтерам, да, и потом уже к творческому центру перейдем. Волонтеры, люди должны понимать, да, примерно какая занятость, да, что от них потребуется по времени, там, по вложению каких-то сил, в какое время это нужно. То есть человек, который работает, например, да, на основной работе, он сможет это совмещать? Да, конечно, это все возможно, потому что мы предлагаем волонтерам выбор, что они могут и готовы делать в нашей работе. Мы делим всю волонтерскую работу, какая вот у нас есть, на три больших блока. Первое – это помощь педагогам на занятиях в центре. Это самая, ну, такая большая ответственная работа. Это, конечно,
это регулярная помощь. Человек выбирает просто группу, к которой он будет прикреплен, и он раз в неделю в определенное время просто приходит на занятия и помогает педагогу. Он вообще становится таким полноценным участником педагогического процесса. И вот, ну, все, что делают дети и педагоги, он то же самое все вместе с ними делает. Если там танцует, он танцует. О, то есть это еще хорошая возможность новые навыки какие-то самому получить. Да, совершенно верно. Вот. Но это такая серьезная занятость, и человек, который соглашается для себя на это, он понимает, что он берет на себя ответственность приходить в одно и то же время, потому что дети привыкают, педагоги тоже должны знать, что у них всегда будет на группе помощник. Вот, это работа в центре. И сюда же относится работа, волонтерская работа в отделении милосердия детского дома-интерната в поселке Мурыгино. Мы с этого года открыли новый проект, новое направление помощи детям, которые остались без семьи. Да, без семьи. Вот они там проживают, в этом интернате, и в отделении милосердия находятся самые тяжелые ребята, которые в основном не ходят, не говорят, но тем не менее они остаются детьми, которым вот необходимо все это внимание, забота, поддержка, просто... Ну, знать, что к тебе придет кто-то, кто будет разговаривать только с тобой. Надо сказать сразу, что детский дом Мурыгино, они молодцы сами, да, да, специалисты, да, которые там работают. Конечно, они большие молодцы, но все равно рук всегда не хватает, и поэтому, когда мы приезжаем и проводим какие-то занятия, вот летом мы очень много гуляли, ребята были бесконечно рады оказаться на улице. А вы приезжали как специалисты, или вы приезжали тоже с детьми, или как это все происходило? Мы приезжаем сами, то есть мы организуем доставку, у нас у волонтеров, там, у кого есть машины, те берут к себе других, то есть не надо будет ехать на автобусе, это точно. Мы ездим туда один или два раза в неделю, пока что это будние дни, по утрам, то есть тоже надо понимать свою занятость. И мы туда приезжаем как вот, ну, без своих детей, это точно. Приезжаем вот к этим детям, и мы просто с ними общаемся. То есть мы, конечно, организуем какие-то занятия, но это в минимальной там форме, просто чтобы была структура общения с ребенком. Поем песни, играем в какие-то игры, разговариваем, там, на музыкальных инструментах играем. Если это прогулка, там, ну, то мы просто вот наслаждаемся общением друг с другом. Когда какие-то там дни рождения у детей, мы им дарим маленькие подарки, воздушные шарики, мыльные пузыри все обожают, все просят всегда, чтобы выпускать мыльные пузыри. Читаем книжки. Ну, то есть это просто живое общение с детьми. Какое количество детей вот в отделении милосердия находится? В отделении милосердия находится около 100 ребят. Мы пока работаем немало. Да, очень немало. Мы работаем пока только с частью. Это около 30 детей. То, что мы успеваем за один раз, да и то не всегда успеваем. Поэтому там тоже нужно как можно больше людей, чтобы мы могли уделить ребятам как можно больше индивидуального внимания. Вот на 30 человек сколько человек приезжает? По-разному. Правда, это как у людей есть возможность. Я понимаю. От 3 до 7 человек. Вот 3-7 человек, ну, то есть, ну, давайте так скажем, на 30 детей нужно 7 человек. У нас остается еще больше 70 человек. Ну, вот можно прикинуть, сколько нужно волонтеров. Ну, минимум, да. А так-то они еще ротироваться должны. Ну, меняться должны. Но мы не ставим таких глобальных, грандиозных целей. Вот пока мы даем то, что есть. Следующее направление – это помощь на благотворительных акциях. Вот это как раз, когда... нет постоянной занятости, человек приходит тогда, когда он может. Мы проводим очень много массовых и благотворительных мероприятий. Это и спорт во благо, и благотворительные ярмарки, и какие-то детские праздники. Много. И там очень разная помощь нужна от того, чтобы встречать гостей, и до там, раздачи воздушных шариков. Каждому человеку найдется дело, с которым он сможет справиться. Просто вот на таких мероприятиях мы созываем там всех, кто может прийти, потому что, правда, людей надо много, потому что гостей всегда не меньше 100 человек бывает, а чаще гораздо больше. И надо тоже вот... чтобы ни один гость не чувствовал себя потерянным в этом месте. Поэтому, да, нам всегда надо много волонтеров, раздавать какие-то там флаеры, стоять за благотворительными там на благотворительной ярмарке, обменивать поделки наших ребят на пожертвования, помогать в организации концертной части.
тоже разные. Надо понимать, что ведь не обязательно представлять себе волонтерскую работу там, на постоянной основе, как часы на, да, ходить вот, по дням. Как раз говорит, не обязательно, да. То есть можно попробовать себя один раз, там, два раза, можно прийти с семьей, выделить какой-то конечно, день вот на такое конечно. Доброе дело. А можно, можно такую традицию завести у себя на предприятии. Все больше появляется социально ответственных бизнесов, да, и крупных предприятий. И вот переформатирование, там, да, когда из такой формы, как просто дарение подарков, завоз их массово на Новый год, там скинулись деньгами, завезли, или там пожертвовали зарплаты и привезли, менять на другую историю, выезжать компанией там, каким-то ядром или просто да, вот на такие конечно, волонтерские конечно, и это же очень вовлекает вещи. Сотрудников, потому что, когда они приезжают и что-то делают вместе, ну, совместный труд, как известно, он объединяет, и это очень повышает лояльность компании. Когда... Это же переживание. Да, это же не просто это ты вот скинулся и сказал, ну, я сделал сегодня. Это тоже важно. 50 рублей конечно. Там перечислил. Это тоже важно. Но когда вместе со своими коллегами ты едешь туда, вы переживаете совершенно другую историю. Очень хорошая форма корпоративной активности. Да, да. Так назовем. Да. Вот. А сейчас у нас вообще идет там перманентно очень большое массовое мероприятие. Это наш ремонт. И постоянно у нас идут субботники, особенно сейчас, когда мы готовимся к открытию. Приведите пример, Оль, потому что я знаю, что к вам вот именно вот благодаря ремонту, может быть, потому что он более понятен, вот такие корпоративные выезды, да, вот стали организовывать, когда компании приезжали. Да, вот к нам приезжал, допустим, завод «Сельмаш». То есть бригада с завода «Сельмаш». Они к нам приехали, это было еще в мае. Они одни из первых откликнулись, мы очень им благодарны. И они просто помогли нам там мужчины такие сильные, мужественные прямо, а помогли мусор вывести. Ну, это же великое дело, там, мы барышни вот хрупкие, нам очень тяжело это все таскать, загружать там машины с мусором, а они за, не знаю, за полтора часа управились. И это было здорово. Кто-то на ремонт деле. Вам еще приезжал, насколько я помню, из компании. Ну, не вы ремонтом руководите, я знаю. Но мы видим отчеты в Фейсбуке, мы видим отчеты на вашем сайте. Да. И я прям вижу, что организациями прям приезжали, сейчас не открыта у меня страничка, и помогали в ремонтных работах. Такая история. Но это важно. И теперь вот эти все возможности вы хотите презентовать. Я еще об одной можно расскажу? Да, это очень важно для меня лично, потому что я за это направление отвечаю. Это волонтерство. Ну, оно называется про боно, то есть для пользы. А это когда люди делятся своими профессиональными навыками. Если человек журналист, да, может написать для нас какой-то текст. Если человек фотограф, он может прийти, сфотографировать наших ребят, и мы потом вот эти фотографии размещаем там на наших сайтах, в соцсетях. И это здорово, когда фотографии профессиональные. Нам очень нужен видеограф, который бы вел вот видеолетопись или там снимал какие-то сюжеты, ролики, я не знаю, анимационные мультики о нашей работе, ну, все что угодно. Водители очень всегда востребованы. То есть какие-то профессиональные такие направления, которым там... Ну, то есть человек по основной своей деятельности юристы, тоже может, да, тоже да, может да, помочь. Да, да, конечно, это очень такая важная работа. Не меняя направление. Хорошо, мы сейчас прервемся на 2-минутную рекламу, после чего подробно к пикнику, какая там будет программа, во сколько ждете, какие площадки будут работать, с чем приходить, кого слушать, это все. Ой, и еще про творческие мастерские немножко. Мы продолжаем программу «Дневной разворот». Анна Лапшина, Светлана Занько, наши гости Ольга Шибека. Говорим про волонтерский пикник в ближайшую субботу в парке «Аполло» в 3 часа дня. Подробности? Да, в эту субботу, 26 числа, в 3 часа дня в парке «Аполло» на сцене, то есть идти надо сразу прямо к сцене, мы проводим вот такое мероприятие, решили попробовать первый раз провести. Но там все будет очень просто. Мы будем говорить, рассказывать о нас, люди будут слушать, мы надеемся. Вот. И в то же время там мы организуем ну, что-то небольшое такое, ну, совсем небольшое, чтобы поддержать тех, кто к нам придет, угостить чем-то вкусненьким, чтобы позитивный настрой сохранялся, чтобы не сбежали, потому что кушать хочется. Вот. Но это все не очень долго продлится, где-то в течение часа, так что долго мы никого задерживать не будем, это точно. Ну, то есть это такое знакомство, да, да, получается? Да, знакомство с организацией, и потом после, во время или после пикника можно будет просто оставить свои контакты, и уже дальше мы будем приглашать на встречи в центр и проводить тренинги для того, чтобы люди могли начать работать. Угу.
Ну, с 3 до 4 получается, да? Ну, до 5 где-то, вот так вот, ну, скажем. Да. Хорошо, сейчас мы перейдем к теме, которая мне очень-очень-очень нравится. Это ваши творческие мастерские. А можно я сейчас вот тогда внедрюсь в творческие мастерские? Они будут комментировать эту историю. Я сейчас на страничке «Дорогу и добра» в Фейсбуке. Я так рада. Ну, во-первых, за то, что вы научились профессионально вести соцсети, и можно просто историю вашу все-таки по соцсетям проследить прекрасно. И все мероприятия, и люди, и благодарности, и то, что приносит для ремонта, все-все-все есть. И то, что вот и мастер-классы, и люди, которые вот там спортивные мероприятия проводят у вас, это все есть на страничке в Фейсбуке. Я уверена, что есть и на сайте «Дорогу добра». Но оперативно можно все абсолютно отслеживать, подписаться и видеть все инициативы, видеть все там анонсы мероприятий, итоги их сразу и ВКонтакте. Же. И ВКонтакте сразу же, ну да. Вот. И свои фотографии можно видеть, если ты волонтер. Да, это так. Да, и счастливые лица детей, как бы штампованно это не звучало, но они правда счастливые, когда это все происходит. Я очень рада. Ну и мастерские, да. Да, вообще мы помещение брали как раз для того, чтобы открыть эти мастерские, потому что, ну, у нас в старом помещении они уже вообще никак не помещались. Это же очень много места требует, и оборудование все, и столы для занятий, и ребята растут. То есть в мастерских у нас будут заниматься школьники. У нас есть группы поддержки школьников, где мы даем ребятам уже какие-то более профессиональные такие навыки, готовим к взрослой жизни, чтобы они могли что-то делать сами, потому что это очень важно, быть востребованным и понимать, что то, что ты делаешь, приносит пользу людям. Это вообще такой мощный реабилитационный механизм сам по себе. И вот мы думали, чем же наши ребята могут заниматься, и по опыту мастерских из других регионов мы много смотрели, чем занимаются с такими ребятами. Мы поняли, что это будут, да, такие рукодельные какие-то вещи. И вот сейчас, с сентября, мы открываем несколько мастерских. У нас на Рус-Люксембург. Да, на Рус-Люксембург, вот в отремонтированном правом крыле нового помещения. Там у нас будет керамика. Мы уже купили и гончарные круги, и муфельные печи. Все у нас это стоит. Которая сейчас как раз обжигает, да, какие-то которые... работы, а Ольга волнуется, все ли там в порядке. Да, побегу отсюда проверять. Вот. Потом у нас будет ткацкая мастерская. Мы купили станочки такие совсем небольшие, для чтобы наши ребята могли с ними сами справиться. Будем ткать какие-то такие... Это еще пока не коврики, но из этого уже можно будет что-то сшить. Там, я не знаю, чехлы под сотовые телефоны или небольшие сумочки. Это можно будет все сделать. Потом валяние шерсти у нас будет. Ребятам очень понравилось, мы даже не ожидали. Очень мягкий материал, приятный. Ну, и конечно, это же тактильные вот эти вот все вещи, да развивается моторика и все. А жидкое мыло — это вообще просто песня. Так, а что это? Вы варите его? Нет, валяют. Когда... А, валяют. Да, валяние бывает сухое. Чтобы вот склеивались. А, простите, пожалуйста, да. Я просто не специалист. Вот, я тоже не знала, вот для себя с удивлением открыла. И у нас будет растениеводство. У нас есть большой коридор, в котором можно поставить там рассаду, широкие подоконники, южная сторона, то есть все как раз подходит. А нет ли того, у вас там приусадебного участочка рядом с вашим зданием? К сожалению. Очень жаль. Да, там пешеходный тротуар и сразу дорога, поэтому тут пока развернуться не получается, но мы думаем там насыпать где-нибудь земли, ну подумаем еще об этом. Вот, пока такие у нас планы. Очень хочется вот столярную мастерскую открыть. Нужен специалист. Да, для этого нужен специалист. Ну и дальше больше. Очень много видов рукоделия существует. Там мыло можно варить, и можно свечи делать. Но это все впереди. Пока вот мы ограничиваемся так. Пока вот этим. Хорошо, я напоминаю, да, что вот творческие мастерские как раз, по-моему, на этот проект, да, «Дорога и добра» в этом году или в прошлом году президентский грант вы получили? В этом году. Немножко не на творческие мастерские, там в целом на работу организации. На центр. Да, на центр. Это тоже работа с детьми и... Да, мы очень рады, что мы его выиграли. Мы 4 раза подавали заявку, и вот у нас первый успешный опыт. Ну, да, это хорошее будет подспорье на этот учебный год. Ну, я напоминаю, конечно, да, мы должны об этом напомнить. У нас 3 минутки остается до конца эфира. О том, каким образом еще можно вам помочь. Вот. Ну, понятно, да, волонтерство, участие какое-то, да, там посильное в каких-то акциях, может быть, еще что-то, выезды с предприятием. Но вы же, насколько я понимаю, несмотря на гранты, да, вот
имеющуюся поддержку, все равно нуждаетесь в каких-то, в том числе финансовых ресурсах. Да, конечно, потому что гранты не покрывают полностью всех наших расходов и даже на ремонт. Я напоминаю, что педагогам вы сами платите зарплату. Ну, она тоже частично заложена в грантах, частично, да, сами. Вот мы сейчас посчитали, то есть нам осталось отремонтировать центральную часть и левое крыло, что-то действительно покрывают гранты, но нам не хватает еще как минимум 1 миллиона рублей на то, чтобы закончить ремонт. Нам очень хочется его закончить к концу этого года, чтобы уже центр начал работать полноценно, чтобы мы могли всех ребят сюда перевести. Вот, поэтому, да, нам можно помочь. Мы стараемся как можно более простыми способами это сделать. Можно зайти к нам на сайт и в разделе «Помощь» с банковской карты или с помощью электронных денег сделать пожертвование. А можно отправить смс на номер 3443 и с текстом сообщения ступени, пробел и сумма. И тогда, ну проще некуда, надо будет только подтвердить пожертвование. И тогда, да, вот таким простым способом помочь нашим подопечным, нашей организации, чтобы ребята могли развиваться. Светлана? Да, я просто почему-то зависла все-таки на мастерских и на грядках, а как грядки — это мое родное. Это профессия дает образование. Дает о себе знать. Да, кстати говоря, историю с общением с животными вы как-то развиваете? Во-первых, у нас есть занятия ипотерапии. Ипотерапия? Да, ипотерапия — это реабилитация с помощью лошадей. Но на самом деле вот это место, где стоит наш конь, там конюшня и ферма. То есть там разные животные на этой ферме живут. Ребята очень любят туда приезжать и общаться с животными, с лошадьми. И вот они на них катаются. Это тоже очень такой полезный способ. Иногда к нам приходят собаки. И тоже мы это дело очень любим. Специальные, поняла. Их специально воспитывают, помогать детям с особенностями развития. У нас такие есть, да? Да, в Кирове? Да, у нас есть. По-моему, они из Кирово-Чепецка к нам приезжают. Потому что мы про это еще не рассказывали, я не в курсе этой истории. Это не часто бывает, они примерно раз в год приезжают, приезжают. Это редко такое, да. То есть, с животными мы тоже общаемся. И еще я хотела вот какую историю вспомнить. Мы о ней говорили раньше очень часто, сейчас меньше, слава богу, это хороший признак. Но начинали-то мы еще с того, что вы работали с перинатальным центром и с женскими консультациями для того, чтобы работать с мамами и папами, которые узнают о диагнозе своего ребенка, да, еще внутриутробно, когда он находится. Продолжайте эту историю. Да, конечно, мы продолжаем. Пока мы больше работаем по факту рождения детей, но работа вот в период беременности можно сказать, тоже... Просто это систематизировано. Сейчас врачи вам помогают, да? Вы как-то закрепили свои отношения с центром? Или все-таки тут проблема есть? Ну, пока все не так просто, как хотелось бы. То есть не все так хорошо, как хотелось бы. Это значит, что мы вернемся к этому вопросу. Хорошо, пока всех приглашаем 26 августа, в эту субботу в 15:00. Парк Аполло. Дорогу и добра устраивает волонтерский пикник. Там можно подробно, с пристрастием расспросить всех участников мероприятия, что они делают и чем им можно помочь, пообщаться с детьми, прийти со своими детьми, там можно будет погулять. Это всегда очень весело получается. И, как сказала наша гостья сегодня Ольга Шебека, заходите в парк Аполло и прямо к сцене в 15:00. И на всякий случай все-таки возьмите с собой зонтики, потому что посмотрела я прогноз погоды, обещают небольшой дождь. Хорошо, мы сейчас прерываемся на новости, тематические программы и рекламу. В следующем часе мы встречаемся здесь, в этой студии, с Ольгой Куземской, исполняющей обязанности заместителя председателя правительства Кировской области. Ольга Викторовна впервые к нам придет. Будем сейчас говорить про поддержку малого бизнеса и многие другие интересные вещи. Да, сейчас прощаемся с Ольгой Шебека. Спасибо. До свидания.